Я выберу Америку, потому что это страна, мы знаем, на какой уровне жизни она может отдать для моей семьи. И в первую очередь я выберу ради моей семьи. Конечно, мы обсуждали этот вопрос, и, конечно, были варианты, даже Барселона, мы тоже рассматривали вот эту страну и город, нам понравится, но, как я сам говорю, мы поехали туда, сначала пожили некоторое время в Америке, и понравится, и поэтому решили именно в Флориду. Это для меня тоже очень важно сейчас, на данный момент. Буду зарегистрирован в школе хорошей, чтобы изучать английский язык. Для меня это сейчас на один из самых, ну, первую очередь, что я выбираю сейчас. Я, как я говорю, сначала очень сложно, но когда уже начинается жить в стране, намного легче. Поэтому это обязательно я должен выучить. Хурикен я познакомился с Луис, и Луис, эта команда уже есть 2 года, и когда мы познакомились, мы обсуждали разные моменты, и когда я поехал на тренировку, посмотрел, мне очень понравится, где тренируется, есть поле хорошее для, ну, для тренировки, и где будет тоже проводить чемпионат. Луис уже 25 лет живёшь в Америке. Он тоже был профессиональным футболистом в Бразилии. И когда он создал эту команду, это по любви. Мы знаем, что Hurricane еще только начинается. И когда мы сидели, обсуждали, как, ну, только сначала, когда мы познакомились, мы тогда говорили, что мы хотим цель, чтобы Hurricane стал, ну, такой заменитель команды. Клуб уже 2 года существует, и сейчас находится в Делрей, Делрей Бич, и там комплекс очень хороший, и все условия есть для тренировки, и кроме футбола тоже есть футбол, американский футбол и лакросс. Сейчас, ну, находится чемпионат UPSL. Это 125 команд существует вот это чемпионат. И сначала по регион, а потом, если пройдет дальше, будет, ну, на уровне национальной по всей стране. Сначала тоже были такие, ну, я с Луис разговариваю, он сам президент и тренер. И я говорю, какая моя должность, да, потому что он видел, что я очень хочу, ну, помогать этой команде и то же самое играть. Он говорит, ты сам выбирай, но пока у тебя будет возможно играть, если ты будешь чувствовать себя комфортно. Я говорю, да, я еще хочу играть, и с этого опыта, который у меня есть, я могу помогать молодые, ну, американцы, молодые, ну, расти как футболист. Во-первых, как я говорил с самого начала, что я выбрал вот это место, вот это штат,
чтобы для быть ближе к семье, больше, ну, чтобы семья была комфортной, чтобы дети в школу ходили. И если я бы хотел еще играть на хотя бы на какой-то уровне лучше, чем, ну, не аматорский, я бы выбрал MLS. Ну, как я познакомился с Луизом, у него есть хорошие... у него есть такого, что мне понравится, когда мы сидели и разговаривали, он хочет, чтобы Хуракин остался и боролся для этого, чтобы мы нашли спонсора, чтобы стали профессиональны. И кроме этого, я не хочу далеко сильно куда-то опять на заезд, на сбор, поэтому я решил быть ближе к дому. Хуракин сейчас будем участвовать в этом чемпионате. И как мы говорили тоже, что это только начинается команда. И мы хотим постепенно улучшать всегда, создавать хорошую команду, ну, чтобы участвовать хорошо на чемпионате. И кроме этого мы хотим, чтобы люди это видели, что Хуракин действительно хорошая команда и появился интерес от какой-то спонсора. Хуракин работает с AC Дарей. AC Дарей уже существует 40 лет, именно вот этот город и вот этот штат. Получается, мы хотим, чтобы эти ребята, которые академия, да, AC Дарей, они смотрели на Хуракин и, ну, смотрели на нас как профессиональных футболистов, да, чтобы стремились к попасть к Хуракин. Поэтому тоже выходит в мой интерес, что я могу помогать тоже эти академии, чтобы расти, чтобы они видели, что можем играть на такой хороший уровень. Очень хочется, даже у меня внутри еще, ну как, это только сначала в моих мыслях. Хочется, конечно, и если это получится, я считаю, что для всех будет хорошо. И для Украины, для Америки, для Бразилии. Поэтому в будущем, да, мы думаем об этом. Это тоже для нас тоже очень-очень важный вопрос, потому что хотим рекламировать команду, хотим дети пригласить на каждый матч, и хотим, ну, чтобы родители тоже нас поддержали, и для этого очень надо много работать. AC Дарей и Хуракин работают вместе, и город помогает именно Дарей. Дарей Бич помогает вот эта система, что у нас есть поле, стадион, где мы будем проводить наши домашние игры. И поэтому это плюс тоже, потому что, кроме того, это поле натурально, и на тот район, и где всегда, ну, большинство искусственное поле, тоже это играет большую роль. Поэтому город всегда поддержит Хуракин и AC Дарей. Не хотим угадать сильно вперед, но постепенно будем доказать и показать, что мы можем достичь до такого уровня. И для этого тоже это обязательно, без спонсора, без людей, которые хотят вложить деньги в клуб, чтобы были, ну, на такой уровень профессиональный, тоже надо очень много работать.